Вот как раз сейчас я собираюсь поехать в монастырь, посмотреть все, потому что к своему стыду я здесь еще не была ни разу, но я сейчас поправлю, исправлю эту ошибку жизненную. Выставка сегодня была потрясающая, и именно тот факт, что Андрей Юрьевич Воробьев здесь открывал эту выставку, что мы самые первые зашли в этот павильон, и мы посмотрели эти уникальные картины, это, конечно, особый знак, я считаю, что именно в такой вот день, знаете, в праздничный день, в исторический.